श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद द्वंद्वं भक्तबिंद समन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितं श्री नंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समायुक्तं वृंदावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावै तुलसीदेव वै प्रिया वै केशवस्य कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्वतोयी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो दीर संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोबरन धेयं सदा परिभवग्नम अभिष्टदुहं तेथास्पदं शिव विरिंचनुतं शरण्यं वेत्तात्यहं पुनतपाल भवद्दीपौतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गोपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करुषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे अजानुलंबित भुजौ कनका बदातो संकीर्तन कपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितोदिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च तदासिनीतं भावानुरूपेण सदा नरानां गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारम् वरानसिपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Рам Рам Хари. Арадхито жади Хари тапасас татас ким. Нарадхито жади Хари тапасас татас ким. Антар вахир жади Хари тапасас татас ким. Нантар вахир жади Хари тапасас татас ким. Арадхито жади Хари тапасас татас ким. Нарадхито жади Хари тапасас татас ким. Антар вахир жади Хари тапасас татас ким. Нантар вахир жади Хари тапасас татас ким. Гаудия Гоштхипати. Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупада. Парамамса Джагадгуру сказал: майявади, они заявляют, что они самые возвышенные отреченные. Они говорят: у нас самая великая вайрагья, никто не может с нами нас побить, ну, в смысле, никто не может быть более отречен, чем мы. Гаудия Гоштхипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупада сказал, что майявади заявляют, что они самые лучшие, самые возвышенные, отреченные. Нет никого выше их. Но на самом деле это самые заядлые наслаждающиеся. О чем ты говоришь? Да, они хотят камени и канчина. Внешне они не прикасаются к золоту, они не имеют дела ни с каким имуществом, но внутри, в сердце, они совершают йошит-сангу. Внутри они постоянно совершают йошит-сангу. В соответствии с Гаудия Сиддханта Вичаром, самая главная вещь — это асат санга тьяги эй вайшнавачар. Йошит санга тьяги эй вайшнавачар. Это самое главное. Отказаться от асат санги, от йошит санги. Но они думают, что мы отказались от материи, но материя в них. Но они не могут этого понять. Что значит йошит санга? Йошит санга, люди думают, мы не совершаем никакого плохого общения. Что значит плохое общение? То есть они не общаются с женщинами, и мы свободны. Но йошит, буквальное значение слова йошит, вы берете буквальное значение слова «йошит», но на самом деле смысл слова «йошит», он очень глубок. Это не означает только лишь общение с женщинами для мужчин и общение с мужчинами для женщин. Скрытый смысл слова, скрытое значение слова «йошит» — это значит, что вы чувствуете влечение к какому-то объекту, какой-то вещи, к чему-то или к кому-то. Например, вы хотите накопить много денег. Я слышал, что различные министры, разные люди, они воруют миллиарды долларов. И я задаю себе такой вопрос: сколько они будут жить, сколько денег им нужно, чтобы жить, чтобы прожить эту жизнь? Почему они так много воруют? Что они будут с этими деньгами делать? Воруют миллионами. Сколько денег им нужно, чтобы прожить эту жизнь? Я не понимаю. Почему люди после того, как они становятся саньяси или ачарьями, почему они не чувствуют отвращения к материи, к деньгам? Но для них это money, 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 sweeter than honey. Деньги слаще, чем мед. Когда вам нравится собирать деньги, ну, то есть копить деньги,
это значит, что деньги для вас — это йошит. Если вы хотите стать знаменитыми, если вам нравится, когда люди вам аплодируют, то эти аплодисменты и эта хвала обычных людей — это йошит для вас. Вы хотите наслаждаться. Деньги, положение, золото, украшения, даже здания или цветок. И наш Садхананда Свами, он может понять это настроение, наш Садхананда Свами. Например, вы утром гуляете по саду, и вы нашли очень красивую розу. Вы ее берете, срываете и нюхаете. Это йошит для вас. Та роза стала йошит для вас, потому что вы хотите ей наслаждаться. И люди, кто-то использует парфюм, для них это йошит. Любая вещь, которая для вас представляет собой наслаждение, доставляет вам радость, это йошит для вас. И для мужчин также йошит — это женщины, если они привлекаются ими, а для женщин — это мужчины. Но буквальное значение слова йошит — это женщина. Если, когда матаджи привлекается саньяси или брамачари, значит, для нее тот саньяси или брамачари — это йошит. Понимание слова йошит, оно настолько глубокое должно быть. Прабхупада объясняет, майявади, они хотят получить кресло Брамы. Вчера я вам об этом говорил. Они хотят усесться на трон Брамы. Они самые, что ни на есть, йошит-санги. Самые-самые йошит-санги. Они хотят усесться на трон Брамы. Те, кто хотят занять положение своего Гурудева, то есть сесть на его место, это майявади. Но внешне вы не поймете этого. Они вам будут говорить какую-то сладкую философию, и они вас будут водить за нос. Прабхупада в Гаудия Патрике. Прабхупада, как правило, помещал две шлоки на обложку из Бхакти Расамриты Синду. Когда он печатал Гаудия Патрику на обложке, он всегда размещал две шлоки, очень важные шлоки. И он всегда помещал эти шлоки на обложку. Я много раз уже обсуждал эти шлоки, и еще раз я это все повторю перед тем, как начать обсуждение Веданты, потому что вы сможете прояснить этот вопрос. Две шлоки. Если вы откажетесь от всего, руководствуясь каким-то материальным пониманием, вы откажетесь от всего. С материальным пониманием. Мне ничего не нужно. У меня вайрагья. Я отреченный человек. Мне не нужно ни золото, ничего. То есть такие люди, они хотят доказать, я великий отреченный, я от всего отказался, посмотрите на мое отречение. Но речь не идет об отречении или о влечении. Вопрос заключается в том, какие у вас отношения с Кришной, каким образом вы можете связать все, что у вас есть, ум, тело, интеллект, деньги, все ваше имущество, как вы это можете все связать с Кришна-бхаджаном.
мы не заинтересованы в вайраге. На что нам вайраге? Вот почему я начал с этой шлоки, когда Бхагаван мной доволен. Когда Бхагаван доволен моим поведением и всей моей деятельностью, тогда зачем мне показывать свое отречение, одевая рваные одежды, если Бхагаван уже удовлетворен мной? Что я покажу своими аскезами? Что я докажу? И если Бхагаван не удовлетворен мной, тогда я могу совершить столько много аскез, и какой смысл во всем этом будет? Бхагаван не удовлетворен мной. Если Бхагаван, если я осознаю Бхагавана вне себя и в себе, если я всегда вижу Бхагавана повсюду, куда бы я ни посмотрел, я вижу Бхагавана. Если я нахожусь в таком положении, если у меня такой даршан, тогда на что, зачем мне внешняя тапасья? Если я не обнаружил Бхагавана внутри и снаружи, тогда все бесполезно. Зачем нужны аскезы? И это ключ к Харибаджану. В Харибаджане это самая главная вещь. Если вы сможете использовать ваше корпус, ваше тело, ваш ум, ваше имущество, даже вашего мужа или вашу жену, ваших детей, если вы сможете использовать все в Кришна-севе, тогда это называется успех. Чайтанья Махапрабху нас хотел научить этой очень важной вещи. Но майявади, они обращают, они заняты отречением. Они беспокоятся только об отречении. Они всегда повторяют эту шлоку, где написано, что когда ты читаешь веданту, и когда у тебя только каупина, и нет никакого другого имущества, тогда ты очень удачливая душа. Но Прабхупада, он одевал пиджак и шляпу. И он встречался с вайсрой, не знаю, как по-русски сказать, с какой-то важной личностью. И это все он делал для Харибаджана. Прабхупада много раз сказал, что для Харибаджана вы можете сделать все, что угодно. Но майявади, они думают только об отречении. Они думают, мы отреченные люди, и этого достаточно. Но на что это все? То есть, Кришне, что от этого будет, от ваших аскез? Если Яшода Ма скажет, я не буду сейчас готовить, мне нужно сейчас усесться и совершить тапасью. Если Яшода Ма скажет, я не могу сейчас присматривать за Гопалом, что он там делает, ест или что-то другое, мне нужно сейчас тапасьей заниматься. Будет ли Кришна удовлетворен таким образом? Если Яшода Ма скажет, у меня нет времени, мне надо сначала закончить мой харинам, и потом я буду служить Кришне. Но Кришна голоден, он говорит, дай мне, я хочу есть. Если Радарани скажет, сначала я прочитаю 64 круга, один лак харинамы, а потом я буду служить Кришне, что тогда произойдет? Если Шримати Радарани скажет, сначала я закончу с один лак харинамы, а потом посмотрим. Нет, сева — это такое таинство. Прабхупада, он осознает значение внутреннее Бхактивинод Такур. Я всегда поражаюсь, как это возможно. Бхактивинод Такур работал судьей, как по-русски, не знаю, можно сказать, магистрат. И он в свободное время, в обед писал киртаны. Все приходили к нему жаловаться, кто-то там кого-то убил, кто-то что-то у кого-то украл. Но Бхактинот Такур, он всегда был сконцентрирован на лотосных стопах Гуранги. Это возможно. Мы устаем, мы делаем, совершая немного севы, а потом мы устаем. Но Бхактинот Такур не устает. Целый день он занимался различным служением, а потом, когда Бхактинот Такур возвращался домой с работы,
принимал прасад. И около 7-8 вечера он ложился отдохнуть на 2 часа. И когда все демоны уже улеглись спать, он просыпался и совершал Харибаджан, Харинам. И это подходящее время для того, для Харинамы, потому что все демоны спят в этот момент. И в мире спокойствие. Таким образом, понимание материалистов и понимание саду, они диаметрально противоположные. Когда весь мир говорит, сейчас ночь, нам нужно идти спать, но те, кто совершают баджан, они в это время совершают баджан. Тогда материалисты, они на чеку находятся, когда они совершают различные вычисления, как я, мне заработать денег, если я сделаю это, что мне от этого будет, если я вложу свою энергию, что я получу взамен. То есть материалисты, они, когда они размышляют таким образом, они не спят. Они постоянно размышляют о их прибыли и потерях. А саду, они с закрытыми глазами в этот момент. И между пониманием материалистов и пониманием саду, между системой ценностей материалистов и саду, есть огромная разница. И наш Сарвабхаума Бхаттачарья — это майявади. Он никогда не пробовал бхакти. Он огромный пандит. Кто круче меня? Махапрабху, он вылечил много пандитов. Один пандит явился в Навадвипу, Кешав Кашмир. Махапрабху, он был юн, и он обучал своих друзей. Сплетничали они там на берегах реки Ганги. Ну, сплетни нематериальные, серьезные разговоры. И, в общем, Кешав Кашмир, он пришел на Вадвипу и повстречал Махапрабху. Махапрабху сидел на берегу Ганги со своими студентами. Кешав Кашмир, он посмотрел на Махапрабху. Махапрабху, он был настолько красив, он излучал сияние. Если взойдут тысячи солнц, вы все равно Махапрабху заметите, потому что его сияние, оно особенное. И Махапрабху сказал тогда пандиту: «Я слышал о тебе, ты специалист в грамматике санскритской». Классно. Махапрабху спросил, сказал: «Я слышал твою славу, ты великий пандит, я хотел бы что-то услышать от тебя». «А, но ты юнец, что ты в этом разбираешься? Если я тебе даже что-то прочитаю, то ты, что ты поймешь в этом? Что ты хочешь услышать? Прочитай мне шлоки прославления Ганги». И тогда пандит начал читать стихи со скоростью ветра. Раван был великим пандитом в соответствии с мирским пониманием, потому что я уже вам объяснил, что значит слово «пандит». Равана каждый день совершал поклонение, совершал арати Шанкар Бхагавану. Каждый день он придумывал новые штотры, то есть сегодня он совершает арати и сочиняет на ходу шлоки новые. Раван со скоростью ветра.
И сегодня он читает одни шлоки, а завтра он уже сочиняет другие. Он такой был огромным пандит. Равана написал Танда-штотру. Танда-штотра, объясняя танец Шанкар-Бхагавана. И у меня есть это штотра. И великие пандиты, они даже прочитать это не могут. Там настолько это сложное произведение. Не думайте, что они ничего не знают. Но тем не менее, на что эти все знания? В общем, тот великий пандит, он прочитал столько много шлок, прославляя Гангу, и тогда когда пандит остановился, Махапрабху сказал: «О, так красиво, но ты скажи мне, какую ошибку ты совершил?» «Ошибку? Ты молодой мальчик, ты не понимаешь ни в грамматике санскритской, что ты можешь, как ты можешь найти какую-то ошибку в моих шлоках?» И Махапрабху сказал: «Ну да, я юн, но тем не менее я что-то слышал от кого-то, и основываясь на эти знания, что я слышал, я услышал одну ошибку, несколько ты ошибок совершил». В общем, и пандит спросил: «Как ты вообще запомнил, что я прочитал? Потому что столько много шлок я прочитал». И Махапрабху тогда, он очень скромненько ответил: «Ну смотри, по милости Сарасвати ты можешь читать со скоростью ветра. Ну и кто-то может по милости Сарасвати развить такую память, чтобы запомнить шлоки». И тогда Махапрабху прочитал шлоку одну. И Махапрабху нашел в этой шлоке минимум 4 ошибки. После чего пандит сошел просто с ума. Махапрабху сказал: «Ты сказал Бхавани Барта». Я вам дам всего лишь один пример, потому что нет времени много. Бхавани означает... Что значит Бхавани? Баво — это Шанкара, Бхавани — это его жена. Бхавани — это слово, оно уже само по себе означает жену Шанкара. Баво — Бхавани. И Махапрабху сказал: «Ты сказал Бхавани, это уже и так все понятно. Это жена Шанкара». А потом ты говоришь, ты сказал Барта. Барта значит муж. То есть Бхавани уже означает жена Шанкара. А потом ты использовал еще одно слово и сказал то же самое два раза. И тогда пандит, он просто поразился, как же этот юноша может сумел найти ошибки. И тогда Махапрабху попросил его: «А можешь ты еще что-то прочитать?» Но пандит уже был не в состоянии, он уже так сильно занервничал, он не смог больше ничего произнести, он вспотел даже. И Махапрабху очень скромно сказал ему: «Ты великий пандит, что мы тут можем понять? Возвращайся домой, и завтра мы снова встретимся. И завтра ты нам что-нибудь прочитаешь». И тогда пандит отправился домой и стал совершать джапу Сарасвати. «Это твоя милость, ты меня оскорбила перед этим юношей». То есть пандит начал совершать джапу Сарасвати и стал жаловаться ей: «Это называется твоя милость, ты сделала так, что я проиграл какому-то юнцу». И тогда Сарасвати явилась и сказала: «Он не какой-то там юнец, это мой муж, Бхагаван Шри Кришна. Ты думаешь, что это какой-то маленький мальчик, но это сам Кришна. Как ты можешь ожидать, что я перед Кришной могу показать свое мастерство? Я не смогла появиться на твоем языке в то время, я исчезла. Послушай, возвращайся к Махапрабху и прими прибежище у его лотосных стоп.
И тогда утром, перед рассветом, пандит пошел к Махапрабху. Махапрабху сказал: «О, так рано!» И пандит ответил: «Да, я узнал, кто ты». «Кто я? Я обычный человек». Тогда пандит предложил ему дандават. И Махапрабху, он его в конечном итоге благословил и сказал: «Ты великий пандит, ты знаешь все шастры, но тебе не следует использовать эти знания неправильно. То есть у тебя есть знания, у тебя есть сила знания, видья-бау, но нельзя использовать знания таким образом». То есть этот пандит, он путешествовал по Индии, собирал сертификаты у разных людей, что он их победил в дебатах. И также произошло в случае Рупа Госвами. Пандит один к нему подошел, сказал: «Давай со мной дебат устраивать, и либо ты подпиши бумагу, что ты проиграл». И Рупа Госвами, так как он был занят Харибаджаном, у него не было на это время, он сразу сказал: «А, окей, давай себе все подпишу». И... Но Джива Госвами Пад, он не смог это снести. И был другой момент, когда Валлабха Ачарья хотел показать свою грандиозность. «О, я могу отредактировать твое произведение». Рупа Госвами Пад, он писал книгу, а Джива Госвами Пад, он его обмахивал веером. И тем временем зашел Валлабха Ачарья в Баджан Кутир. «О, чем ты занимаешься, Рупа Госвами?» «Я пишу книжку». «А, ну я ее тебе подредактирую». И Джива Госвами Пад, он подумал: «Подредактирую?» Он разозлился. Какие он там ошибки нашел, что он так настолько стал дерзок. И Джива Госвами решил дать ему ответ подходящий. Я не смогу подробно эту лилу обсудить. Джива Госвами Пад, он сказал Валлабха Ачарье: «Какие недостатки ты нашел в произведениях моего Гурудева, что у тебя хватило смелости предложить отредактировать его произведение? Какая дерзость!» И, в общем, и Джива Госвами Пад, они стали спорить на берегах Ганги. И Валлабха Ачарья, чтобы он не говорил Джива Госвами Пад, он разбил в пух и прах его седанту. И тогда Валлабха Ачарья, он задумался: а кто же этот юноша? Он настолько силен. В общем, Валлабха Ачарья вернулся к Рупа Госвами, ничего не рассказал об их беседе с Джива Госвами. Он просто спросил: а кто тот юноша, который тебя обмахивал веером? И тогда Рупа Госвами ответил: ну, я стесняюсь этого, но что сказать, это мой ученик. Ну, стесняюсь, в смысле, скромность. И также в лилах в Нилачал Даме Балабатта он хотел научить чему-то вайшнавов. И он хотел также прочитать что-то Махапрабху. «Я написал это, послушай». Махапрабху ответил: «Я глупый на самом деле, у меня нет достаточного образования. Ты иди и прочитай кому-то другому. Я не разбираюсь в этом. Я не могу понять твои произведения». Мы потом это все тоже обсудим. И Сарвабхама Бхаттачарья думал, что он самый великий пандит. У него комплекс, как сказать, противоположность, неполноценности, противоположный комплекс.
самомнение большое. Но мы не поддерживаем ни комплекс неполноценности, ни самомнение. И Сарвабхаума Бхаттачарья начал читать Веданту Махапрабху. И Махапрабху сидел и слушал 7 дней, не произнеся ни слова. И по прошествии 7 дней Сарвабхаума Бхаттачарья спросил: «Ты слушаешь уже в течение 7 дней, и ты даже ничего не сказал, нравится тебе, не нравится, я даже не знаю, что у тебя в голове». И Махапрабху сказал: «Что же тут скажешь? Когда ты читаешь основную шлоку из Веданты, Веданта разделена на 4 части. Первая шлока Веданты, Янмадасяя То, это вторая шлока. Первая шлока — это Атато Брахма Джигьяса. Экзистенциальный вопрос. Вам следует понять первые 3-4 шлоки перед тем, как приступить к обсуждению Веданты, к слушанию вот этой вот Нилачали Веданта Бхакья. То есть первая шлока — это Атата Брахма Джигьяса, вторая — это Ямада Сьоято. И следующая шлока говорит о том, что слушание Шабды Брахмы — это самое важное. Атата Брахма Джигьяса. Что вы можете понять? Если вы знаете санскрит и читаете эту шлоку, что вы поймете? Любую санскритскую фразу мы не можем начать с «но». То есть фраза не начинается с «но». Атата Брахма Джигьяса означает следующее. После того, как мы понимаем нестабильность этого материального мира, то в нашем сердце возникает вопрос. Жизнь, она нестабильна. Если жизнь нестабильна, если все будет разрушено, тогда в чем смысл этой жизни, в чем ее ценность и в чем ее цель? Атато Брахма Джигьяса. После того, как мы осознаем, что мир нестабилен, она умерла, он умер, все разрушается. В тот день я вам прочитал эту шлоку. Что самое удивительное в мире? Самое удивительное — это то, что все умирают, но те, кто не умерли еще, они думают, что они никогда не умрут. То есть у них нет осознания прямого. То есть это самое странное в мире. Атата Брахма Джигьяса значит, что когда мы осознаем воистину, что эта жизнь, она на 2 дня, этот мир, он будет существовать 2 дня. И мы задумываемся после смерти, куда я попаду, что произойдет. И то есть вот такие вопросы, они не возникают у меня. Я не думаю о том, что же случится после того, как я оставлю тело. У меня сейчас дети, муж, но после смерти куда я попаду? То есть нужно развить вот это вот стремление разобраться в этих экзистенциальных вопросах. Это называется экзистенциальные вопросы. Вопросы о смысле жизни. Прям как Санатана Госвами.
Он в Каши Варанаси задал вопрос Махапрабху. Санатана Шикша была в Варанаси, Рупа Шикша была в Аллахабаде. И Санатана Госвами, он спросил Махапрабху: «О, Прабху, а кто я?» «Я не знаю, кто я». «А, ты не знаешь, твое имя Санатан, а до этого тебя по-другому звали, и ты был первым министром короля». «Нет, я не об этом спрашиваю». Есть один доктор, он это мой друг, ну, в смысле, в духовной жизни. Он грехаста, он ко мне постоянно приходил, и он хотел меня встретиться со мной, но чтобы со мной встретиться, нужно обсудить этот вопрос с Таруном Прабху или с кем-то другим, потому что, ну, нет времени. И этот доктор, он обиделся, потому что у меня не было времени, чтобы ему посвятить. И, в общем, он считает себя доктором. Я знаю, что он слушает Харикатху. Я дал ему ответ на его вопрос. Он оставил дом, он не принял саньясу, он стал ванапрастхой. То есть я ему сказал, что даже сегодня ты называешь себя доктором. После того, как ты оставил все, у тебя нет права считать себя доктором, потому что доктор — это твоя личность, предыдущая личность, предыдущий титул. Как кто-то может себя считать доктором или кем-то другим? Это неправильно. И Санатана Госвами, он не считал себя первым министром короля Бенгала. Санатана Госвами спросил: «Кто я? Я не знаю этого. Почему я страдаю? Почему материальная энергия меня постоянно наказывает?» Как решить эту проблему? Я не знаю. И это означает экзистенциальные вопросы. А арта татва джагьяса значит вот задавать такие вопросы о смысле жизни. И брахма джагьяса — это то же самое. Брахма джагьяса значит шабда джагьяса, потому что брахма являет себя в форме шабды. А тарта брахма джагьяса означает шабда джагьяса. Это значит, что вы задаете вопросы о шабде. В Брахмаканде вы можете об этом послушать. Анади Ниданам Брана. Здесь написано Брахма Джигьяса, это означает Шабда Джигьяса, правильно? Когда вы задаете вопросы о Кришне, тогда вы узнаете Шабду Брахму, потому что вам нужно будет слушать, чтобы понять смысл. Но когда сам Кришна явится перед вами, что вы сможете понять? Нужно слушать, чтобы осознать Бхагаваттату. Брахма — это мантра Ом. Брахма находится в одном слове Ом. Также в Махамантре Хари Кришна. Бхагаван Шри Кришна говорит в Бхагавадгите. Ом ити экакшарам. Бхагаван говорит об этом в Гите. Ом — это Брахма. Вы не знаете, но все мироздание
Пракрита и апракрита, все исходит из этого слова «Ом». И также Махамантра – это Брахма. Иногда во Вриндаване говорят «Радэ-шам, Радэ-шам, Шам-шам, Радэ-рады». Не говорят так. Все Брахма. Майябади, у них неправильные представления о Брахме. Они думают, что Брахма, он бесполезен. Вчера я вам об этом уже рассказал. Я могу вам несколько моментов рассказать. Вы просто засмеетесь от души. Майявади думают, что те, кто уже осознали, что они Брахма, майявади, они понимают это таким образом, что в процессе их практики они должны осознать, что они Брахма. И что означает Брахма? Брахма означает, что кто-то осознал безличностный аспект Бхагавана. И в чем забавная вещь, это то, что те, кто осознали, что они Брахма, то они не могут быть гуру, потому что они не понимают разницы между «я», «ты», все Брахма. Как в примере с Шанта Госвами Махарадж. Шанта Госвами Махарадж замахнулся на одного майявади палкой, и майявади испугался. И Шанта Махарадж спросил: «А чего ты испугался? Ты Брахма, я Брахма, и палка тоже Брахма. Чего же ты боишься?» Это значит, что ты ошибаешься, у тебя дуальное восприятие. Ты на словах говоришь, что все Брахма, но ты этого не понимаешь. Бхактинода Такур однажды переоделся в одежды простого человека, потому что все знали Бхактинода Такура. То есть он переоделся в простого человека и вместе с Прабхупадой, с Вимала Прасадом, он отправился на север Калькутты. И он сказал Вимала Прасаду: «Смотри, ходят слухи, что вот тот человек, он получил Брахмасиддхи. Пойдем-ка проверим, так ли это». Бхактинода Такур переоделся в простого человека и отправился к этому так называемому Сиддхи. И Бхактинода Такур зашел в комнату к тому, и все в общем, разговаривали об этом человеке: «О, это великий саду». Но на самом деле слово «саду», оно не может быть использовано в случае майявади. В случае йогов, гьяни, саду не может быть применено. Саду – это только те, кто следует Бхагавад-дхарме. Мы не можем назвать какого-то йоги саду. Он йоги. Саду означает са-дхарма. Попытайтесь понять. Даже несмотря на то, что вы не понимаете санскрит и бенгали, постарайтесь все же понять. Саду означает те, кто следует садхарме, Бхагавад-дхарме, той дхарме, что существует вечно, санатана-дхарме. Йоги и гьяни, они не саду. Слово саду, оно не может быть применено в их случае. И, в общем, тот йог или как кто угодно, он, как люди говорили, что, сказали, что он достиг сиддхи. Прабхупада зашел в его комнату, и он стал наблюдать. И, в общем, там были люди, они разговаривали с этим человеком, и он давал ответы какие-то. То есть Бхактинода Такур сам не говорил, он просто стал наблюдать. И кто-то там задал вопрос, этот человек ответил. И Бхактинода Такур, он понял уже все. Кто-то предложил пожертвование этому человеку.
Майявады. И тогда он закричал: «О, кто-то положил деньги мне в кровать, а деньги, они горят, все в огне, уберите их». И он не может дотронуться до денег, в то время как Бхактивинод Такур, он берет деньги и использует их в служении Рада Кришны. Майявади говорят: «Мы настолько отречены, что наш гуру, он даже не может дотронуться до денег. Смотрите, сколько у него ситх. Он, когда дотрагивается до денег, деньги, они его обжигают». В то время как Прабхупад и Бхактивинод Такур, они используют деньги в служении Кришны. И он меня что-то спросил, ну, преданный, что сидит перед Бабаджи, поговорить о чем-то связанном с Бхактидетта Мадхава Госвами Махараджем. Сейчас времени нет, завтра Бабаджи обсудит это. В общем, этот Майявади, он сказал: «О, уберите эти деньги, у меня вся кровать горит». И, в общем, этот человек, он хотел доказать, что он получил ситхи. А Бхактинат Такур, он улыбнулся и сказал: «У него дуальное понимание, нет у него никаких брахма-ситхи. Если деньги его обжигают, то у него нет понимания брахма-таттвы. Он брахма, деньги брахма, кровать брахма». То есть как он может утверждать, что деньги, они его обжигают? И Бхактинат Такур сказал: «Никакие это не брахма-сидхи. Деньги — это брахма. Тот, кто пожертвовал деньги, это тоже брахма. И этот человек, он брахма. И ложка — это брахма. И кровать брахма. Все брахма. Поэтому почему он делает какие-то различия между деньгами и всем остальным? Это все неправда». И где-то около 5 дней назад я вам уже сказал, что я встретил одного майявади на дороге. Я шел куда-то, и я увидел этого майявади. Он на меня посмотрел, и я понял, что у него есть некое могущество. Но это могущество не имеет никакого отношения к бхакти. Но он обладает каким-то могущественным, потому что он совершает аскезы. То, что сказал Махапрабху: «Даже демоны могут совершать аскезы, но зачем это все нужно?» Да, это на самом деле так. Зачем нужны эти аскезы? Наша Гуруварга нас не учит этому. У тебя дуальное понимание, и в то же самое время ты заявляешь, что у тебя брахма-сидхи. Это невозможно. И я вам могу привести столько примеров, и вы осознаете, что это все фальшь. Когда кто-то совершает аскезы, когда у него нет никакого бхакти, тем не менее, в шастрах написано, что йоги, гьяни, они должны добавить немножечко бхакти в свою практику. Я не могу забыть об этом упомянуть. То есть, когда кто-то получает ситхи в гьяна-марге, йога-марге, это означает, что все-таки там есть небольшое влияние бхакти. Прямо когда вы пьете чай, вы добавляете туда сахара, и тогда чай становится вкусным. Поэтому подобным образом, когда кто-то следует пути йоги, гьяны или какому-то другому пути, чтобы добиться каких-то результатов, идя этим путем, они должны принять прибежище у Бхакти-деви. Может быть, на некоторое время, но тем не менее, каким-то образом Бхакти должна присутствовать в их жизни. И таким образом они смогут получить результаты йоги, гьяны и так далее. Но если они не примут прибежище Бхакти-деви, тогда они не достигнут никаких результатов. То есть я посмотрел на этого майявади, и я сразу понял, что он совершил множество аскез. Его глаза такие острый такой взгляд. Когда кто-то совершает аскезы, вы увидите, что его взгляд, он отличается от взгляда обычных людей. Но то могущество, оно не имеет ничего общего с бхакти.
И я вам уже прочитала эти две шлоки в самом начале, которые Прабхупада печатал на Патрике, Гаудия Патрика. Сарвамбам Бхаттачарья, он ничего не знал об этом. Когда кто-то мне дает пожертвование, не мне, а чтобы я совершил какую-то севу, я, как правило, я отказываюсь. Если потом люди настаивают, я принимаю и использую в служении. Но если я узнаю, что деньги, они нелегальные, то я, конечно же, не возьму. Когда люди все-таки заставляют меня принять пожертвования, то я его не использую для себя. Я использую эти деньги на служение. И кто-то может задать такой вопрос. Ты отреченный саду, почему ты сидишь в комнате со всеми удобствами? И я сижу в комнате не для самого себя. Я заинтересован только в служении. Если я не приму вот это вот место, где я сейчас говорю Харикатху, то как мне будет возможным говорить Харикатху, если я буду сидеть в лесу, кто ко мне придет слушать меня? Я одену рваные одежды, одену гамчу и так далее. Кто придет меня слушать? То есть это называется юкта вайрагья. Все, что бы я ни делал, это все по канонам юкта вайрагьи. И так было показано Прабхупадой и Бхактивинода Такуром, Рупа Госвами. Если вы откажетесь от всего, руководствуясь материальным пониманием, то это не есть хорошо. Если вы сможете связать все, что у вас есть, жена, дети, деньги и так далее, так, с Кришнабаджаном, тогда ваша семейная жизнь станет Галока Вриндаваном. Бхактинода Такур пишет в Экадаши Киртане. В тот день вы пели этот Экадаши Киртан, но вы забываете значение, перевод. Вы не помните. Там написано, когда вы поймете, что вы совершаете совершенный баджан в вашей комнате, тогда в вашей комнате появится Голока Вриндавана. Но это очень сложно. Для Бхактинода Такура это возможно, для Шивананды Сена это возможно, Шривас Такура. Их жизни, они полностью посвящены Кришне. То есть это сложно, но это возможно. Мы знаем столько много бхакт грихас, они живут дома, но они могущественные грихасти. То есть, оставаясь жить в доме, преданные могут обнаружить, что на самом деле это Галока, их дом это Галока. Если вы можете связать все и каждого с Кришнабаджаном, тогда это будет успехом. Оставайтесь дома, не нужно никуда идти. Но вы можете это сделать. Каждое ваше движение и поступок, они должны быть связаны с Бхагаваном. Вы можете жить в Америке, в Бразилии, во Франции, в Италии, России. Неважно. То есть это очень сложно. Говорить об этом легко, но жить таким образом – это сложно. Если вы сможете связать все с Кришнабаджаном, то это успех. Мумокша – это те, кто отказывается от всего. Это называется сухое отречение. Сухое отречение. Сухое отречение, оно вас заставит упасть. Оно вам ничего не даст. Вы падете, и у вас будут проблемы. Но если вы
примените сладкую вайрагью, тогда это вам даст бхакти. Много раз Прабхупада сказал, если вайрагья, она благоприятна для Кришнабаджана. Что Прабхупада сказал? На нирвинья нати шакта. Сарвабхаум Бхаттачарья, он ничего об этом не знает. На нирвинья нати шакта. Бхакти йога ашта сиддхио. Тот достигнет совершенства в бхакти йоге, у кого нет привязанности к материи, и также у него нет отречения от материи. Тот достигнет успеха, кто связывает все с Кришнабаджаном и использует все в служении Кришны. И другая шлока. Говорит о том, что что бы ни приходило в вашу жизнь, вы к этому не привязаны, и вы используете это в Бхагаватсеве. Вы мне привозите столько много всего из ваших стран, но у меня нет времени даже это все принять. Я могу дотронуться до этого, попробовать и раздать. Вы привезли мне издалека, я дотронусь до этого и раздам это. Я буду использовать это по назначению. Если я раздам это преданным, тогда преданные, они получат силу и будут совершать баджан с энтузиазмом. Но если я раздам эти бразильские орехи каким-то демонам, то они с силой будут устраивать неприятности. Кто-то ест вот этот фрукт, Dragon fruit, я не знаю, как по-русски он называется. Dragon fruit, преданные его не едят, потому что он увеличивает страсть. Не кушайте этот фрукт, он очень опасен. Даже клубника, если вы ее едите отдельно, то все в порядке. Но если вы ее мешаете с какими-то другими ингредиентами, тогда это очень опасно, будет страсть у вас увеличится. И также ананас. Ананас можно есть только отдельно. Будьте осторожны, вы не знаете этих тонкостей. Анашакта, те, у кого нет привязанностей, они принимают все и используют это в служении. Они используют все в служении Кришны. Прабхупада так и поступал. Все, что не приходило в его жизнь, имущество или что-то другое, он все использовал в служении Радха Говинды, в служении Махапрабху. Нам нужно понять это. Но Сарвабхаума Бхаттачарья, он этого не понимает. Он только думает о знаниях. Все иллюзия. Майявади думают. Но тогда ваша жена иллюзия, ваши дети тоже иллюзия. Почему бы вам их не оставить? У Сарвабхаумы была семья. У него был сын, дочь, жена. Почему он не отказался от всех и не оставил их? Он, это же все Брахма. То есть Сарвабхаума Бхаттачарья сказал: «О, ты молод, как ты сможешь поддерживать свою саньясу? Я тебе помогу». И вот Сарвабхаума Бхаттачарья, он начал читать Веданту. В общем, в течение 7 дней он читал Веданту, но Махапрабху, он не дал никакого, он не реагировал, ничего не говорил. Сарвабхаума Бхаттачарья спросил его в конечном итоге: «Ты понимаешь что-то или нет? Ты ничего даже не говоришь». И тогда Махапрабху сказал: «Когда ты читаешь шлоки, я все понимаю. Но когда ты начинаешь их объяснять, ты меня запутываешь. Что? Ты не понимаешь мое объяснение? Почему ты раньше мне об этом не сказал? Ты слушаешь меня, ничего мне не говоришь? Я тебе уже говорю такое долгое время, в течение такого долгого времени,
Я раньше думал, что ты молодой человек, и у меня были к тебе теплые чувства, а сейчас я понял, что ты великий пандит, ты хочешь со мной поспорить. Ну, расскажи-ка мне, что здесь не так в моих объяснениях. И тогда Махапрабху, он стал, заговорил. За следующие 1-2 дня я хочу объяснить вот эти шлоки, первые шлоки Веданты, Атата Джигьясая, и вторая шлока, третья шлока. И даже первая шлока нашего Бхагавата, она поможет нам понять все это. И сегодня я могу начать обсуждение. А Майявади, они не верят в Бхагавана. Сарвабхаум Бхаттачарья, он не верит в Бхагавана, он верит только в Брахму. Бхагаван, он всегда один и тот же. Гьяни, они называют его Брахма, йоги называют его Параматмой, но Бхагаван, он один и тот же. Брахма-сангита is a direct document. Брахма-самхита – это прямое доказательство. Вы не можете игнорировать Брахма-самхиту. Брахма-самхита, мы получили ее от Брахмы. Брахма, он записал то, что он увидел. Как мы можем сказать, что Брахма-самхита, она не, не аутентичная? И вторую книгу, которую Махапрабху принес с собой с Южной Индии, это Кришна Каранамрита. Махапрабху — это Верховный Господь, но он принес с собой эти две книги. Брахма записал то, что он осознал. Брахма записал свое свое прямое чувство, то есть его записал его реализации. Он описал Брахму. Из тела Бхагавана исходит сияние, что называется из тела Бхагавана исходит сияние. Мы находимся на земле, это Булока, а далее есть другие планеты, Бур, Бува, Сваха, Тапа, Джана, Маха и так далее. То есть чем выше мы поднимаемся, тем меньше, тем больше будет как бы проявляться тонкая материя. И когда мы пересечем этот материальный мир, после Брахмалоки мы попадем в реку Вироджа. И все бесконечные миры, они плавают там, как щепки. Если вас выбросят в космос, что с вами будет? Что вы будете делать? Предположим, вас увезли в космос и выбросили из иллюминатора. Была одна космонавтка, она из Индии, она умерла в космосе. Она оставила тело там.
То есть если вы просто задумаетесь, что будет со мной, если меня выбросят в космос? Мы просто будем беззащитны. Этот материальный мир, он настолько огромен, настолько огромен. Если вы только осознаете чуть-чуть это понятие, то вы сойдете с ума. Когда вы пересечете Брахма-локу, вы попадете в большую реку, которая называется Вироджа. И если вы пересечете эту реку, в Виродже происходит Вироджа — это санскритское слово, которое означает никаких осквернений, то есть люди оттуда выходят дживы очень чистые. Кто переходит эту реку, он удаляет все остатки осквернения. И после Вироджи вы увидите сияние, безличностное сияние Брахмы. Так много света. И Брахма говорит, что сияние, безличностное сияние, оно исходит из тела Говинды. Я предлагаю мои поклоны лотосным стопам Говинды, из чего тела исходит сияние. А глупцы, они думают, что Брахма — это всего лишь безличностный, он обладает всего лишь безличностным аспектом. Майявади, они не верят в личностный аспект Брахмы. Но вы подождите немного, попробуйте, совершите Брахму, вы сами всего увидите. Окей, Брахма, безличностное сияние, оно и существует, но существует также и личность. Параматма — это всего лишь экспансия, частичная экспансия Бхагавана. То есть что вы можете сделать с Параматмой? Севу вы совершать не сможете. Сарвабхаума Мадхачарья, он совершил очень большую ошибку. Брахма может быть безличностным, но помимо безличностного аспекта есть еще и личностный аспект. Мы, дживы, мы не хотим разрушить наши отношения с Бхагаваном. Мы хотим поддерживать наши отношения с Бхагаваном. Бхагаван — это объект нашего поклонения, а мы — слуги. Но майявади, они хотят разрушить эти отношения. Они говорят, это Брахма, и я тоже Брахма. А они — предатели. Они самые, что ни на есть, предатели. Они получают все от Бхагавана, но они его игнорируют. О, Бхагаван не существует. Они хотят стать Брахмой. Они хотят разрушить вечные отношения между дживой и Бхагаваном. И в чем заключаются эти отношения? Мы слуги, а Бхагаван — это объект нашего поклонения. Но они хотят разрушить это отношение. Что они получат? Получат что-то? Вы можете мне ответить? Чего они добьются? Если я сам стану сладостью, то кто меня может сможет попробовать? Для того, чтобы испытать вкус сладости, необходима сладость, необходим тот, кто пробует, и способ, как пробовать. То есть кто-то должен откусить кусочек. То есть язык есть, и человек, он откусывает сладость и наслаждается. То есть должны присутствовать вот эти вот три вещи, три аспекта, чтобы свершилось вот это вот пробование сладости. Но если вы сами станете сладостью, то кто будет пробовать что? Чтобы наслаждаться сладким вкусом, нужна сладость, нужна тот, кто откусывает, и откусывание.
В Упанишадах написано, что Кришна — это источник всех рас. Напрямую или непосредственно все исходит из Бхагавана. Напрямую или косвенно все исходит из Бхагавана. Все те, кто наслаждаются в материальном мире, они наслаждаются. Эта раса, она исходит все равно из Кришны, но эта раса, мы ей наслаждаемся через Майю, а преданные, они наслаждаются через Сварупа Шакти. Даже когда мы пьем вино, то это все, это наслаждение мы испытываем при помощи Майя Деви. И это все, Майя Деви исходит из Бхагавана, то есть это косвенное наслаждение. Но преданные наслаждаются напрямую. Они принимают прасад, воспевают харинам. Но это очень большая редкость. Столько много джив существует, бесконечное множество джив, но дживы, они неудачливы. Они растрачивают их человеческую жизнь напрасно. Человеческая жизнь, она дана только для Харибаджана. Завтра я об этом буду говорить. Человеческое тело, оно нам дано только для того, чтобы мы совершали Харибаджан. Завтра я поговорю подробнее на эту тему. Мы обсудим первые 2-3 шлоки в начале Веданты, и я вам покажу, какие ошибки совершил Сарабхама Бхаттачарья. Сарабхама Бхаттачарья начал спорить с Махапрабху. Махапрабху ответил: смотри, ты пандит, почему бы тебе не учесть этот момент сначала? В общем, таким образом Махапрабху, он в итоге, ему удалось изменить Сарвабхаума Бхаттачарью, после чего Сарвабхаума Бхаттачарья начал прочитал сотни шлок со скоростью ветра. То есть после того, как он получил милость Гауранги, он стал прославлять его. И сегодня вам нужно отдохнуть. С какой шлоки я начал? Ванчагальфадурусики пасынгови, патитанан павхэбхё, вайшнабхё.